Страховые представители – это сотрудники страховой медицинской организации, прошедшие дополнительное обучение. Страховые представители первого уровня, так как правило, занимаются индивидуальным консультированием в рамках типовых вопросов-ответов, а также приглашением людей на диспансеризацию. Страховые представители второго уровня изучают мнение застрахованных о качестве работы лечебного учреждения. Ну а страховые представители третьего уровня это уже проводят индивидуальное информационное сопровождение граждан на всех этапах оказания медицинской помощи. Узнать страховых представителей легко. Деловой стиль одежды, отличительные аксессуары, галстук и именной бейдж. Рабочее место оборудовано в виде стойки с корпоративной символикой ОМС и логотипами всех страховых организаций. С 2017 года на территории Новосибирской области стартовал пилотный проект, так называемая «Бережливая поликлиника». В рамках пилотного проекта работают и страховые представители. Страховые представители, помимо консультирования, проводят еще и анкетирование. Анкетирование проводят по федеральной анкете, которая направлена на выявление слабых мест в лечебном учреждении. Помимо анкетирования также проводится сбор обращений граждан, которые также доводятся до администрации данного лечебного учреждения. Так что, если у вас есть предложения, вопросы или нужна консультация, не проходите мимо страхового представителя. Вам ответят.